На оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис представил руководителя управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области. Им стал Артем Долгов. Представляя нового руководителя ведомства, глава региона подчеркнул, что ставит перед ним конкретную задачу – мониторинг и контроль антикоррупционной деятельности, а также профилактика любых правонарушений и злоупотреблений, как в сфере отраслевых органов власти и вице-губернаторов, так и в сфере руководства органов местного самоуправления. Артем Николаевич Долгов родился в 1978 году. С отличием окончил Чебоксарский филиал юридического института МВД России по специальности юриспруденция. Вся трудовая деятельность Долгова связана с органами внутренних дел. Начал службу следователем, а в 2018 году назначен старшим инспектором управления организацией дознания МВД РФ.